В городском округе Люберцы продолжается проверка коммунальных служб и управляющих компаний. Традиционный смотр техники прошел на базе Объединенного комбината благоустройства и ЖКХ. В том, что предприятие готово встречать зиму во всеоружие, убедились мои коллеги. Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства отвечает за содержание общественных пространств, дорог общего пользования, остановочных павильонов и внутриквартальных проездов. Территория обслуживания предприятия – весь городской округ Люберцы, а это более 1 миллиона квадратных метров уборочной площади. К зимнему периоду времени у нас подготовлено 106 единиц техники, из них 69 – это уборочная, остальные – вспомогательные, там, газели, легковые автомобили. Мобили для контроля содержания. Рабочих ручной уборки 80 человек и в смену порядка 60 человек водителей. Запасов реагентов и песко-соляной смеси тоже достаточно. Предприятие подготовило свыше 12 тысяч тонн материалов, необходимых для обработки дорог. Вопросы есть только по укомплектованности кадрами. Всегда есть проблема с именно людьми, рабочими, именно ручниками. Есть такое выражение профессиональное. Мы ведем работу, приглашаем всегда на наше предприятие новых сотрудников. Эту работу проводим постоянно. И, конечно же, всегда будем рады тем, даже вахтовым методом, приезжающим к нам сотрудникам, которые вольются в наши коллективы. По сравнению с прошлым годом, спецтехники у Объединенного комбината благоустройства и ЖКХ стало больше на 50 единиц. Среди новинок – самосвалы, тракторы МТЗ-82 и мини-погрузчики. Для складирования снега предприятие подготовило два участка. На одном из них будет работать мобильная снегоплавильная установка. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.